Чё ты бякаешь, дурак? Ля машины мой. Да я... Просто какой-то горный поток. Я чё, высоко посажу, хочу тебе сказать. Слушай, уезжай, давай. А прикинь, обладатели таких приор. Прям поп поехал. Чувак стоит вообще, по-моему, заглох, да? Да, может быть, всё. Мне бы на ту сторону выбрать. Да. Охренеть. Автобус, слушай, мне, походу, нужно было вообще... Бля, машина, ё-моё. Слушай, чувак, тут мы можем не проехать, наверное. Это центр города, если что. Так вот, чисто на всякий случай. Мне в жопу такое идет, что я просто не знаю, куда плыть нахер. Я прям не знаю, у меня слов нету, отвечаю тебе. Это жесть! Это посмытые машины. Смытые идет даже ударенные. А это уже ударенные. Это уже вообще заглохшее. Ля размылое, гля его развернуло, что ли? Да, вижу. Не, блин, в малый льет! Охереть! Господи, слава богу, по-моему. Благо у меня машина крутая! Лада Форева! Сука, трындец, отвечаю! Нарда всех же полетел, да? Это жесть, глянь, вообще страшно. Жень, так...